Новый день настал. Вечером вместе идем мы на карнавал. Я скажу тебе простые слова, от которых закружится голова. Я берег их для тебя, и теперь скажу, любя, не слова, не слова. 5, 6, тоже 7, на 7. 6 шагов, на 7 будешь бить. О, большие шаги. 5 шагов, да? На 6 будешь бить. О, Полина какая. 2, 3. Я думаю, что играть вы любите. 6, еще 4. Это лозунг такой проклятый. Ребятам всегда хорошо. Все исполню. Я хочу, чтобы у меня был розовый телефон с играми, песнями, чтобы я играла, и когда мне звонили, я вот говорила. Ух ты! Ребята, оказывается, не только писать, но и рисовать умеют. А? Ой, конечно, детишки растут с каждым поколением, все больше и больше к электронике тянутся. Вот у меня уже целый мешок компьютеры просят, ноутбуки. Дедушка Мороз изучает новейшие марки ноутбуков, ПК, смартфонов и телефонов, дабы быть в курсе, так сказать, современных требований молодежи. Наши изделия, конечно, ценятся тем, что у нас ручная работа вся. У нас все рабочие все делают своими руками. Держат изделия в своих руках, начиная от начала, вот от момента выдувки, и заканчивая уже росписью изделий. Лапти, такие туеса, короба, корзины. Вот. Очень красиво же. И очень долговечно. Береста испокон века считалась исконно русским материалом. Поэтому очень все теплое, доброе, хорошее и красивое. Только ужин.